Ну что, друзья мои, всем привет! Мы все еще в кемпе Амбасели Сентрием, и сегодня у нас ужин. Идем на ужин. Наташа уже здесь, а ужин, видите, какой? Вот так вот. Давайте необычно начнем, да? Давайте начнем необычный шведский стол. Что у нас здесь? Ананас. Ананасик. Манго. Помним, было кисловатое. Ой, пироженки. Ого, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, семь. Семь это разновидности, эти повторяются. И мотылек. Ох, у нас мотыльков сейчас, мы с сафари приехали. Ой, вечерних мотыльков в комнате очень много. Это дынька это арбузик. Красиво тоже так порезано. Да, вот. Да. Люди только начинают идти, сейчас с 7 до этого. Пойдем. Давай, идем. О, кингфиши. Как это так открыть? Чтоб не это. Вау, это я уже хочу. Класс. Кингфиш, да, так. Лайм карри. Лайм карри. Ягненок острый, ягненок с карри. Класс. Класс. Это я хочу, наверное. Пиджон. Что? Голос? Томатный это, как он? В томате. Фасоль. Фасоль. Голубиная фасоль переводится. Крем шпинат. Шпинат с кремом и угали. Угали полента. Угали это что-то индийское, наверное, это... и шпинатик. Шпинат классный. Так. Картошечка. О, это сегодня разные виды картошечки и овощи. Цветная капуста. И сезонные овощи. Обалдеть, у нас эти. И рис, я так понимаю. Браун райс. И что-то еще из трайма, и этот, и вареный рис. Обычный рис и коричневый рис, да? Так, классно. Салатики. Very nice, thank you. Welcome. Салаты. Ну, вот тоже овощи, но, наверное, они куда-то накладываются, не? Ну, берешь. Потому что там тоже салаты были. А, не, они уже сделаны. О, надо поесть. А подожди, что это? Ананас вместе с бурячком? О. Наталья, вы это должны попробовать. Так, это что я не вижу? Это масло. Это масло. Масло. Что здесь еще есть? И супы я тоже... О, булочки. It's empty? Empty? Or... Empty. No, plain. Plain. Okay. Okay. Not empty. Говорит, пустые. Они говорят, не пустые, простые. Суп, крем... Фама суп. Vegetable. Okay, very nice. И дальше чай и кофе. А, еще и чай и кофе? Вообще отлично. Ну, это вот инстант. Но, к сожалению, это значит, инстант, да. Да, вот такой инстант, это растворимый, значит, да. Будете знать. Ага. Ну, все. И вот это чаек. Тогда идем сейчас, садимся да. На наш, за наш столик и покажем нашу тарелочку. А что-то еще будут там готовить? Чапати. Чапати будут. Ага. О, еще и чапати будут готовить. Хорошо, мы покушаем, подождем чапати. Сейчас посмотрим, что мы будем кушать. Ну, супчик, конечно, берем по половиночке. Обязательно попробовать. Все? Тебе еще? Да, все, вот так вот, да, нормально. Все. Ты же говори быстрее, а то сейчас видно сыпать тебе. Ну, насыпят, я покушаю, ничего страшного. Классно, никого еще нет. Это, наверное, все после сафари вернулись, все отдыхают и моются. А мы решили сразу идти. Что будем делать? Наберем, как всегда? Да, наберем, а потом будем кушать, пробовать. Хорошо, значит, булочки мы не будем, да? Не, хлеб не будем, зачем? Я хочу вот этот... А, плиз... Give me this salad, плиз. Ага, не запакованы, значит, вот ребята... Этот, да, салат. We can take by ourselves? Yes. А, ты можешь сама распаковывать. Вот а чем же? Он такой довольный, yes, так, да, да. Та их не поймешь, что ест, то это не ест. То, да, то да, можно, то, ест, то, не ест. То нельзя, как ребята будто прикалываются. Мама, вы подали раку. Ага, они же положили приборы еще. Угу. Они такие, а все-таки кто-то этот салатик будет, тогда я положу прибор. Ну как-то странно, а потом надо его запрятать типа. Ну я не знаю. Ну я такого не видела еще, чтоб это ананас с. Подожди, ну это реально бурячок. Ну хорошо. Ой. Ананас с бурячком. Народ, да. Кто-нибудь опробовал такое? Пишите в комменты, интересно будет. Да, сейчас ты себе в тарелочку все положишь, я сниму, посоветуемся с нашими телезрителями, что нам покушать, и уже будем кушать. Неудобно. Вот неудобно я что-то... Ну, набирай, да. Но видишь, это, видимо, такое, что... Ну, там же все закрыто, а тем более мух много, а здесь они и закрывают пленочкой. Ну да. Вот аккуратно. Ну как-то странно. Завернули. Если каждый буду сюда закрывать, я думаю... Так, сейчас сюда закрою. Да не трогай. Да? Да. Ну ладно. Потом мы все потрогаем это. Куча этих соусов. Да, много очень соусов. Разных. Добавочек тоже. Манго какая-то. Лимон, пикл. Оливки есть.
О, тушеные овощи сезонные, конечно. Это обязательно. Ну, как обязательно? Но почему бы нет? О, на ужин тем более. О, кабачок есть. Супер. Супер колбаса. Рис, можно я картошечку? Извините, но... Наташа, не разрешаю обычно углеводы на ночь есть, поэтому она говорит, извините. Это она мне говорит, я так думаю. У тебя прямо такой, знаешь, как тарелка с фруктами, честно вот. Да. Классно. Так, что тут? О, шпинатик я хочу. Шпинат я буду. Шпинатик я его говорю. Шпинат из... Гад. Гад. Ты не то эту взяла. Так, ну как лежала, так и взяла. Ее не ап. Окей, but it's... It's okay. Yeah, yeah. But it was there. Да, it was there. Но оно там лежало, что же... Что же... То есть это не уже да, проблема. Уже no problem. Наташа ошиблась столиком немножко. So we can eat there, we can eat there. То есть мы все, людей мало, можем есть за разными столиками. Я, кстати, для меня это, как это сказать, считаю, необычно, но я возьму десерт, наверное. Попробовать. Ну, обязательно. Так, это... It's same, yes? Same, but different. Same. Уж смеются, как они любят говорят. Точно такое же, только другое. Когда ты что-то покупаешь в Эмиратах, и этого нет в наличии, они говорят, да, такое же, только другое. Берите. Берите, да. Оно дороже, оно все, ну берите. И рыбку возьмешь, да? Да, хочу. И тут лайм такой красивый. Угу. Ну, сегодня вот это мы манго пробовали. И такой же, оно такое же кислое, как, наверное, лайм, ламп и лимон. Ламп это ягненок, а то мы говорим так ламп. Ну, я одну возьму, потому что я не знаю, насколько я ее буду есть. Но мне кингфишер, мне кажется, оно очень крутое. Кингфишер это твое любимое индийское пиво. Да. Ой, кингфиш, а я кингфишер сказал. Кингфиш, не кингфиш. Не, не хочу. Чапати, о, идем, а так идем чапати же, вон девочка подошла, там делают. Потом она будет здесь, боже. Ой, ну мальчик, да я вижу плохо, ну что ты это вот, зрение плохое у меня. Что бы вы здесь взяли, интересно? Ну что-то беленькое, что-то темненькое нужно взять. Ну я не знаю. Даже как-то, держи теперь, я буду выбирать. А где тут, куда тут брать-то? Да вон пойди возьми эту тарелочку какую-нибудь. Так, я подхожу, ты какой будешь? Предлагаю по два маленьких, чтобы... Я вот это хочу. Вот это вот? И черненькое. Как тут вообще можно его взять? Пальцами. Ты что это? Ты что, можешь два кусочка? Мне нормально. Это один кусочек. Я вот такой буду. И я хочу такой. Так. Неудобно. Скажи, неудобно. Вообще, вот. Да. И вот эту, еще. И черненькую. О. А я какую еще хочу? Или такую, или такую? Какое-то здоровое такое, не знаю даже, что я хочу. Что бы вы взяли? Что бы взяли, пишите. Нет, зеленое. Да ты посмотри. Зеленое? Какое зеленое? Где ты зелень видишь? А мне кажется, оно сверху зеленое. Нет, боже, как плохо видно, слушай. Оно такое же, все, я понял, оно такое же. Оно... Значит, что будешь кислый манго нет, дыньку, наверное. Дыньку? Если она будет хорошая. А вот смотри, да, ты уже молодец. Сколько этих кусочков? Господи, ну слушай. Ну неудобно, нет. Совсем не... Мне два. Вообще от этого... Дай коризнись, я тебя умолю. Прошу прощения. Я тебя умолю. Они поссорятся. Они такие же. Мне очень... Да. Так, ну и что еще берем? Мне очень понравилось, да? Ну вот. Давай я это вилку возьму и нормально это. Ну брось ты эту гадость, ну. Ну слушайте, ну само выскальзывает. Я не виновата. Сейчас, конечно, все запрячу где-то. По два кусочка возьмем, да? Да, я два хочу. I'm so sorry, it's flight from me. I don't know how. Говорю, ну извините, оно от меня улетело. Ну что вам делать? Вы же были свидетелями. Можем видео показать, если что. Ну неудобно. Честно. Так, что больше дальше? Не будем брать, да? Ну, пока я не хочу. Идем вперед. Так, вот. Окей, thank you. Хотела подобрать, чтобы никто не поскользнулся. О, там оливочки. Где эта девочка нашла оливочки? Ну, вот, я не бачила.
О, там манго еще есть. Лимон, манго, пикалис. Кстати, это оно, наверное, острое. Ну что? Идем чапати. А ты хочешь? Ну, да? Да? Ну давай. Подожди, чапати это то, что мы любим, или роти мы любим? Джамбо. А please make one. Все. Сейчас будем смотреть, как это делается. Вот эти вкусная штучка в Индии, конечно. Очень, да. Одна из видов лепешек. В Индии вообще же много лепешек. Там чапати, роти, но чапати одна из самых вкусных. Так, смотрим. Лепешечку уже раскатанная. Кладем и ждем. Маслицем намазал, да, он? Не знаю, нет, в муке погулял. Масло уже на сковородке. Я думаю, что ждать не надо, можно просто подойти, потом взять готовую. Ну, что весь процесс будем показывать, ага. Это скучно. Добренько. Окей. Идем, теперь я наберу себе. Виа, камбэк. А, теперь ты? А я забыла, что ты это. Что ты еще нет. Немножко рисика. Такого бурого. Ну, рис, конечно, все не очень вкусно умеют готовить. А то, что сегодня был рис на обеде, это сказка. Так что, что он такой тяжелый? Или я мало ела. Овощи не буду. Шпинат не буду. Будула. Самое главное, чтобы оно лэмп не был остреньким, но посмотрим. Ну, ну. Ягненочек, идите сюда. Идите ко мне. Ну, выглядит просто потрясающе. Я тоже честно. Возьму рыбку чуть-чуть. Ну, кингфиш вроде, не вроде, а мне кажется, классная рыба должна быть. О, кусочек как раз есть такой. О, это уже. О, вот я его и попробую. Чтоб не лопнуть. Вот. И еще один кусочек здесь вот можно взять. Вот так вот. Он прям, наверное, так рыбка хорошо приготовлена, что сама отходит от косточки, от всего. Ну, красиво. Супер. Так, идем салат. Лайм не будешь брать? Нет, зачем? Ну, полить. Я уже поела от кисленького за обедом. Добрый. Вот, вот огурчик уже поела. Или надо вот так, да? Огурчик. Смотри, здесь распаковали и оставили. Так, так, ну да, конечно, не. Ну это, знаешь, а типа мы ждали. С тобой запаковали, чтобы людям было интересно. Если я помню, сколько узкого вот такой чуть-чуть возьму. Все. Чубок там дали. Все, отлично. Ну все? Так долго девочки готовятся, уже 10 минут. Мы только собираем себе это поесть. А ну супчик, да, это зацени. Давайте, значит, супчик и фермерский, и с овощей. Овощей, фермерский. Главное, чтобы не из фермера. Знаешь, вкусный, очень прикольный. Он суп-пюре, но он жидкий суп-пюре. Даже не могу. В смысле сказать, жидкий суп-пюре? Знаешь, это такой суп-пюре, который аж стоит. Вот сегодня это вот баттер. Так. Аж суп стоит. Что-то у нас супе. Это. Да. Мне аж прямо захотелось салата с ананасами и с буряком. Закусить. После того, как я сказала, аж стоит. Так вот, это суп стоит? Очень жидкий. Не баттернат, как мой, он такой густой-густой. Это такой жидкий. Жидкий-жидкий. Жидкий-жидкий, но прикольный. И вот чувствуется шпинат. Чтобы вы понимали, я уже ем ананас вместе с бурячком. Так, давайте уже все попробую по чуть-чуть. Давай. Так, что у нас здесь? Бурый рис. Рыбка. Так, руки вроде дома помыла. Рис классно. Классно готовят. Еще они, знаете, чуть-чуть он такой не вареный, а он такой еще или поджаренный, или чуть-чуть недоваренный. Он хрустит аж. Очень вкусная тема. Тема. Ламп классный. Ламп. Не острый? Пока он сам. Я тут на фоне ем. Не чувствую острого. Живется хорошо. Очень мягкий ягненок. Классно. Это нужно уметь готовить. Без вопросов. Ягненку. Ну, рыбку, боже, какой кусочек взять? Хорошая мягкая рыбка. Не пахнет рыбой? Не пахнет. Так милый просто, когда пахнет рыбкой. Вы понимаете, когда рыба пахнет рыбой, ну это ж ну, не дело совсем. Вот. Косточка. Так, ну давай ты что-то попробуешь. Или можешь все попробовать, в принципе.
я извиняюсь, я в кадре. Я ем бурячок вместе с ананасиком. Скажи. Я не скажу, что это потрясающе, но это интересно. Мне кажется, оно ничем больше не заправлено, кроме вот как соком двоих вот этих вот ингредиентов. Очень оригинально. Ну, я супчик поем. Когда подойдем, наверное, случимся, расскажем вам про сладости. Их много, они интересные. Посмотрим. Да? Моя сходила чапати, принесла. Вот такая лепешечка. Да, система там интересная. Вкусная очень. Нужно прийти со своей тарелочкой. Вкусная? Откуда ты знаешь? Ты же не пробовала еще. Я уверена. Да? Поделимся по-братски. Вкусно, да? Конечно, вкусно. Да, хорошо сделано. Вкусная такая маслянистая лепешечка, туда можно, кстати, заворачивать, можно ее как десерт кушать с кофе. Оно, кстати, оно маслянистое, но очень-очень нормально. А я с мясом кушаю. Угу. Мясо, да. Мясо сделано шикарно. Итак, сходила я, взяла чаек, дегустация печенюшек, пирожных. Давайте начнем с дыньки. Самая большая печенюшка здесь, это фрукт дыня. Классная, спелая. Спелая, хорошая дыня. Я тут, Оля, пытаюсь кричать громче, говори громче. Дыню рекомендую. Yes, thank you. Yes, 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 finish. So many... Это у меня, что я говорю, это у меня официант спрашивает, все ли я закончила. Орешки в шоколаде. Ага, сеньки. Орешки в шоколаде? Фундук или что это было? Угу. Да? Прикольно. Как брауни, знаете, как такой шоколадный кекс, но вкусный. Это, знаете, это порции достаточно. Мне набрать много. Ты, Наташа, оставлю. Здрасте, это Наташа и брала себе. Нормально все? Это говорит Наташа, оставлю. Благородный человек. Спасибо тебе большое. Так, дальше смотри, эта печенька раскрошилась на два. Твою. Я попробую, а ты себе новое возьмешь, если что. Ага. Да, бисквит. Ну, такой себе, да? Суховатый, но сверху была какая-то присыпка такая. Ну, вообще, в принципе, бисквит это так себе. Если люди, конечно, умеют готовить, то это хорошо. Завтра... А слушай, опять же, ты вот все сейчас поела, а дынь... А дыньку ты ела уже? Или я все пропустила? Да, только что я первую дыньку. Ой, все. Ну, зрители, значит, узнают, а я потом уже посмотрю видео. Потому что я это слушала. Дынька нормальная. Нормально, так, вот да? Такой вот. Это не манго, да? Пирожное. Ну, это тоже бисквитик, да, такой, что да. Держу левую руку. Это прикольнее, потому что оно более... Оно не сухое. Да? Это прослойка клубничная. Ну, она тоже, знаешь, такой. Я тебе наставлю половинку. Боже, вот. какая все-таки щедрость с твоей стороны. Я не знаю, что бы я делала вообще. Нет, и сладостей бы в жизни не поела. Давай, чтобы уже полная картина. Это сарказм. Откушу от твоего шоколадного. Дай, ты, ты, ты. Наташ, там много еще есть. Блин, он соленый, что ли? Да? Как этот соленый? А ну дай-ка мне. Так это может карамель соленая, типа, знаешь? Да, что-то такое просто неожиданно. Я ждала, что ты сладкого, а ну такого, так себе какого-то. Накали этого. Вон, тебе вилочка десертная пришла. Наталья, ваше пирожное. Давайте мне камеру. Аккуратно переводим. Ну не знаю, по виду, не, по виду так и не скажешь. Так плоховато видно, темно. Ну что? Да как хлеб какой-то, но наоборот, нет, это не, это солоноватое пирожное и сладковатый хлеб, вот так скажем. Я не знаю, что это. Не берите, не берите, ну какие странные, не, ну просто жуешь, жуешь. Ну в общем сладости, ну так себе, а остальная еда, мясо, рис, овощи, ну просто офигенно вкусно. А чаек ты обещала, ты уже попила? Чаек я обещала да, попить. Да, да, я обещала даже чаек попить, потому что это кенийский чаек, который нам рекомендовали как раз друзья покупать на подарок. Ну, это в пакетиках, а нам рекомендовали рассыпной, конечно. Ну, ладно, давайте. Переворачивай. А, это сейчас было все на меня направлено. Боже, ух, чаек. Ну, не знаю. Ну, давай. Знаменитый чай в пакетиках.
Чай в пакетиках, с ножками. Напоминает этот вот наш желтый чай, который мы берем в Эмиратах, очень крепкий, я его не очень люблю. Какой, Липтон? Не, не Липтон, я забыла название, я всегда его показываю, может и Липтон. Желтый с таким коричневым этим. А, не Липтон. Знаю. Я еще говорю, да? Вот этот, вот, типа, он крепкий. Ага. Или, ну, я, или я сильно его подержала, и он такой... Да, сейчас будет это, 10 минут обсуждения чая из пакетиков. Нормальный, но вот честно, мне сейчас, наверное, впервые хочется сахар сюда. Да? Давай так еще для полного ощущения, Наташа, попробуй. Да ну, боже мой. Давай, давай. Я же говорю, 10 минут будет еще дегустация чая. Ну, я надеюсь, от нас еще наши подписчики не устали. Боже, какой аромат. Не, аромат реально есть. Мне он очень крепкий. Не, нормально. Вообще нормально. Да? Ну как, в сувенир можно, можно везти или ну как? Ну бы. Если кто-то любит чай в пакетиках, то конечно. А, или ты имеешь в виду рассыпной? Рассыпной. Ну откуда я знаю, надо было попробовать. Ну просто я думала, что если пакетиков вкусно, он рассыпной вкусно. Для меня он очень крепкий, я передержала пакетик. Кенер славится чаем своим. Это чаем и кофе. Кофе нам уже очень понравилось. Не, нет, стоит. Джавакава. А ты показала, да, как фирма называется? Не, не показала. О, я просто, извините, взяла два пакетика, они у меня в кармане, но мне их стыдно их доставать сейчас. Я сейчас принесу. А помните видео про джемы, где мы там... Ну, как бы, я уже взяла два пакетика, чтобы у нас на всякий случай были и... Правда, дома тоже они положили. Ну, просто, чтобы привезти с собой на всякий случай. Вот, Наташа из пакетиков принесет. Это вот фирма. Нам рекомендовали именно эту фирму. Где что? Чего-то? Кирига? Керчо Голд. Керчо Голд. Керчо Голд, по-моему, я уже показала эти пакетики, когда мы показывали обзор нашего номера. Ну, вот такое сегодня видео. Зашли, сняли вам ужин, покушали вместе с вами. Надеюсь, вы тоже вкусно покушали. Наташа очень довольная сейчас. А, надо же отдать ей ее тарелочку. Она ждет свои сладости. Что хочу сказать, я доедала и думала так, я сейчас пойду еще туда. Сейчас я рванусь еще за дополнительным чем-то. Просто есть. А сейчас я понимаю, что я уже наелась реально. Ну, наелась. Просто надо время давать. Но это еще не ночь. Но это уже совсем другая история. Просто глубокие сумерки. Да. За вас.